Их даже не увеличили. Вы те же самые поставили на место. Углубление идет 15 сантиметров. Ну мне дергать или не стоит. Ну там ее не меняли, я ее сразу вижу. Там углубление идет 15 сантиметров. То есть замечание не устранено. Подрядчику мы подавили, он непосредственно вчера поднялся и исходил. Он не будет держаться, он сразу говорит. Нет, ну если на поезде здесь врезаться, конечно, он не будет держаться. Но оно дело для ограждения, чтобы люди не ходили, а не для того, чтобы что-то предотвращало. Здесь форма углубления, правильно? Отходить от них нельзя. Согласен. За это платит средства. Также вот пролет, который большой шатается. Ну, здесь вот такие райдеры. Ну и тревор, да, но могут. Потому что вот там и столбы, они... Так он там сейчас выпадет? Пролет. Здесь даже никто не... Объясните, чтобы я за вас не рассказывал. Потому что я получаю только по шапке, а вы как бы подрядчику, объясните, пожалуйста, ребят, почему это так? Здесь он не проварен. Вот здесь он и не проваривается. У нас по конструкции у нас идет, он вставляется в заборчик, чтобы если в случае чего как-то кто-то залетел, то есть он не повредился сам и не повредил людей. То есть вот такая ситуация по безопасности, то есть по ГОСТу так должен стоять. Как автобус. Кто столбик у нас? Но он шатается. Ну, он шатается. Закреплен. Уж видите, как он закреплен. Там бетон полностью залит. Вы пройдите, вот я вчера исправлял полностью. То есть он углубление сколько раз? 40 сантиметров. Что там рвете? Где 40? Вы рвете на зачем? 40 где? Забор. Где 40? 40. 40 сантиметров. Нет, меня просто люди когда работали, то есть они сделали неправильно. То есть они убежали, их нет никого. Мы вот это все разгалкиваем вчера и полностью перезаливаем. Сейчас это все исправляется. Должно быть 40 сантиметров. Конечно, это мы наварим, это исправим. Горизонталь должна исправлять. И мы исправляем сейчас, я же вам говорю. Мы приехали сейчас на данный момент исправлять.